Это тоже, видимо, местность по прописке прилетит. Видишь, они вот на пузырек, потом сюда, короче, на балкон, вот это, ну, как она называется, на борту, и сразу в хату. Этот что-то вообще только сел и сразу же в хату замерз, видимо. Хозяева вон из той квартиры, отзовитесь. У вас в квартире голуби живут. В Краснодаре даже голуби со своей хатой. Может, они внизу там где-то живут? Нет, дверь открыта. Я видел прямо даже, что прямо в дверь залетают. Да? Не садясь на бортик, прямо залетают туда. Ну что, хозяин стоит с балкона, смотрит. Где? Там. Покурить вышел. Покурить вышел. Я потом прибавлю, просто на этом обрежу, но... увеличится. Я не знаю, почему они масштабируются. Ну, там тоже балкон открытый, но там нет. Как их скараулить-то? Стоять тут с этим телефоном? Ну, главное его туда не уронить. Как ты скараулишь? Надо только... Вот ближе к вечеру они начинают, прохладно становится на улице, и они прям... Порой даже сидят по 6, по 7 штук, короче. Он тут, он туда хочет, он в мансардное окно нырнуть. Ну, тепло оттуда дует он как бы, это. Тепло. Да уж. Мне пошло холодно. Я же не голубь.